Спасибо, агентство ТАСС, Вероника Романенкова. В этом году стало ясно, что энергетическая дипломатия превратилась в ключевой фактор геополитики. Насколько оправдан разворот России на восток, газовые контракты с Китаем и Турцией? Просчитаны ли все подводные камни этих проектов? Ведь многие до сих пор полагают, что китайский контракт не рентабелен, а турецкий поток поставит Россию в зависимости от Турции. У вас есть что возразить? Да нет, и возражать не собираюсь. Это, знаете, настолько очевидные вещи, даже спора нет никакого. Вот нам, я часто слышу, разворот России на восток. А вы почитайте американскую аналитику, там пишут о развороте США на восток. Ну, это есть или нет? Ну, отчасти есть. А почему? Это связано с политикой? Нет. Это связано с процессами в глобальной экономике. Потому что восточная часть АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион, развивается быстрее, чем все остальные части мира. Появляются новые возможности. Вот с точки зрения энергетики для Китая, для Индии, для той же Японии, для Южной Кореи потребности в энергоресурсах растут семимильными шагами. Там все развивается быстрее, чем в других регионах мира. Поэтому чего же нам от этого отказываться, что ли? У нас все то, что мы сейчас делаем, было запланировано давно еще, до всяких там проблем глобальной и даже в нашей экономике. Это просто реализация того, что мы задумывали раньше. Что касается контракта с Китаем, он не убыточный. Мы с обеих сторон, я хочу это подчеркнуть, с обеих сторон пошли на льготирование. Это правда. На льготирование этого проекта пошла как китайская сторона. Я сейчас не буду говорить, какое именно льготирование. Там ничего необычного-то нет. Просто правительство приняло решение о том, что предоставит определенные льготы участникам этого процесса. И мы со своей стороны приняли решение о предоставлении определенных льгот. И проект, безусловно, стал рентабельным. Безусловно. Тем более, что мы договорились о формуле цены, которая мало чем отличается, если вообще чем-то отличается, от той формулы, которую мы применяем в отношении Европы. Но с учетом коэффициентов, связанных с рынком этого региона мира, это вполне абсолютно нормальное дело. И кроме всего прочего, это позволит нам, России, получая и концентрируя огромные ресурсы на начальном этапе этого проекта, не просто трубу экспортную протащить, а начать газификацию Дальнего Востока. Это позволит нам сделать еще один очень важный шаг. Какой? Соединить западную трубопроводную газовую систему и восточную. И иметь возможность перебрасывать ресурсы с востока на запад и с запада на восток. Тогда, когда это будет выгодно с точки зрения международной конъюнктуры, мировой. Чрезвычайно важная вещь. Ну и без этого мы просто не смогли бы приступить к газификации регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Ну, это абсолютно выгодная вещь. Что касается... Да, ну я же не говорю про то, что это огромная стройка, рабочие места, поступление во все уровни налоговой системы, оживление этого региона и мира и наших дальневосточных регионов. Что касается Турции, ну, турецкая экономика тоже растет, она нуждается так же, как и АТР, в дополнительных энергоресурсах. Мы построили так называемый «голубой поток» много лет назад. И сейчас турецкие партнеры ставят вопрос о том, чтобы увеличить поставки.